Всем привет, друзья, с вами Тиэль, и сегодня мы с вами открываем Бравл Пасс и его полностью, естественно, покупаем. Да, за 169 гемов покупаем и начинаем, естественно, открывать. Надеюсь, вы перед открытием, конечно же, поставите лайкос. И, кстати, да, мне выпала Беа недавно. Открываем, конечно же, скин на Динамайка. Ага, так. Да, не забудьте подписаться, кстати, на канал. Жмякнуть колокольчик тоже. Мега ящик открываем. И оттуда у нас, в общем-то, наверное, что-то да выпадет. Так. И... Вольт! Вау. Нам выпал вольт. А теперь открываем монеточки. Там большой ящик. Кстати, вольт нам выпал из... первого же ящика. Да, как-то необычно. Так, смотрим дальше. Ага, набор значков. Так. Фух, ну нужно как-то там подгадать. О, ну вроде как нормальный. А, так, следующее. Так, сейчас на вольта. Потом сейчас его улучшим. Ох, как много. Далее мы открываем большой ящик, и, кажется, да, ничего не выпало. Так, мега-ящик. Из мега-ящика, да, тоже ничего не выпадет. Да, ничего нет. Но зато как-то много дали очень всего. Соточку монеток. Так, большой ящик. Так, теперь Б... Или Бия, не знаю, Бия. Потом, так, это пропускаем. Большой ящик сейчас откроем. Так, ничего не выпало, но зато можно улучшить Эдгара. 200 монеток, открываем. Вау. Новый значок на Лу. Большой ящик. Так, ага. И, так, Лу. Потом мега ящик. И, кажется, ничего не выпадет. Да, ничего не выпадет. Просто очки силы. Улучшаем 8 бит. Так. Да, кажется, сегодня я улучшил очень-очень многих игроков. И, конечно же, чтобы у вас выпала легендарка, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, и тогда я буду выпускать много роликов по Brawl Stars. И... Так, улучшаем Беа. Открывается новое для нее там. Все эти пассивки, гаджеты. Так, значок на Лу. Большой ящик. Так. Хоп. Ага. Так, ничего. Ну что ж, у нас открылся гаджет. Это хоть что-то. Но, по-моему, нам ничего не выпадет сегодня из гаджетов. Да. Как-то уже не светят. Так, мега-ящик. Ага. Хоп. И осталось еще 3 предмета. Еще один. И, кажется, он... Нифига себе. Это Спраут. Спраут. И у нас и такой супер-мега-крутой чел выпал. Да. Кто не знает, то это Спраут. А кто знает, тот молодец. И вам необходимо, кстати, да, необходимо просто взять и пожелать мне удачи, чтобы у меня сейчас что-нибудь еще выпало. Да, так, большой ящик. Ага, хоп, не, ничего. Так, вот сейчас вы, если вы подпишетесь на канал, у меня обязательно что-то выпадет. Вот подпишитесь и поставьте лайк. Если вы это сделали, то вам выпадет легендарка. Да, я обещаю. Так, хоп-хоп. И что же? Проверим. Вау! Хе-хей, Биби, я же сказал. Вы просто подписались на мой канал, и все. Так, мега-ящик. И кажется... Кажется, все. Да. Опять эмоция...
Новые очки силы. О, на Вольтона мне дали очки силы. Это тоже классно. Монеточки. Очень-очень много. И будем заканчивать, да, королем Лу. Это на него скин. Ну и большой ящик, что же там выпадет? Ах, ничего. Надеюсь, вы подписались на канал, жмякнули колокольчик и поставили лайкос этому видео. С вами был Тиэль.